Сегодня клуб инвесторов Кузбасса собрался в 9-й раз. Мы видим, что популярность наших мероприятий растет. Зарегистрировалось более 50 участников. Сегодня мы обсуждали тему международных инвестиций. Наши европейские партнеры отмечают высокие еще правовые и административные риски, однако в целом считают, что инвестиционный климат в Российской Федерации улучшается. Они уже готовы рассматривать конкретные инвестиционные проекты, особенно в области обрабатывающей промышленности, что для нас немаловажно, это первый, второй и последующие переделы сырья. Также на нашем заседании были представлены несколько инвестиционных проектов. Очень интересный проект предложили предприниматели из Казахстана. Они предлагают локализовать в Кузбассе производство легкомоторных самолетов. Производимая на нашем авиапроизводстве техника, значит, укороченного взлета и посадки, не требующая взлетных полос, по сравнению с мировыми конкурентами, имеет очень низкую себестоимость в производстве и стоимость для эксплуатантов, которые желают приобрести эту технику. Сегодня инвестиционный клуб в Кузбассе посвящен международным инвестициям. У нас есть гости, которые это консулы разных стран, которые вместе с нами обсуждают эти проблемы. И общий вывод нашего сообщества экспертного, что сейчас очень хорошее время для иностранных инвестиций. В Кузбассе существует две территории опережающего развития. Это супер условия по налоговым льготам. Ну, просто зеленый коридор для инвесторов. Дальше. Появились специальные институты развития, это агентство по привлечению инвестиций. Буквально люди, которые сопровождают инвесторов. Наиболее востребованный и интересный механизм поддержки – это все-таки сопровождение проектов. Это та услуга, которая сейчас необходима как нашему бизнесу, так и иностранным партнерам, чтобы понимать, что происходит в регионе, и максимально комфортными сделать условия существования и развития бизнеса. Достаточно много практики, и последние контакты очень интересные после Международного инвестиционного форума в Сочи. Это контакт с компанией Siemens, безусловно, это компания Saint-Gobain с Франции. Мы сейчас находимся в плотной работе и очень надеемся, что эти проекты, безусловно, осядут и локализуются на территории региона. Мы знаем, что горнодобывающая промышленность, вот оборудование, большая часть тоже поставляется из Германии. Это та причина, почему такая фирма, как Liebherr, здесь сейчас открывает сервисный центр. Это, я думаю, тоже важная инвестиция. Ну, наши фирмы, там еще есть, конечно, другие важные фирмы, как Siemens, они готовят тут тоже важную сделку. Они готовы участвовать в переоснащении промышленного парка, например, тоже в той же горнодобывающей промышленности, предлагают новые технические решения. Такая тоже интересная характеристика Кемеровской области – это моногорода. Моногорода, они тоже, их тоже нужно развивать, и нужно развивать и модернизировать их инфраструктуру. Это тоже такая область, где немецкие фирмы имеют хороший опыт и готовы участвовать. И я надеюсь, что нам удастся развить вглубь и вширь сотрудничество с бизнесом здесь, в Кемеровской области. В настоящее время максимальную заинтересованность в привлечении инвестиций в регион проявляют китайские компании, компании Вьетнама, Кореи, Чехии. В ближайшее время, в апреле месяце, у нас планирует приехать делегация китайских компаний, это государственная корпорация. Переговоры будут связаны с возможностью организации на территории Кемеровской области совместного предприятия в сфере производства горнодобывающего оборудования. Да, на этом клубе инвесторов удается решить те вопросы, которые в обычной ситуации достаточно проблематично решить. Потому что мы здесь и услышаны властью региональной, федеральной, областной, и местными инвесторами, с которыми мы сотрудничаем и делаем бизнес. С клубом инвесторов Кузбасса работаем уже более полгода, пытаемся сотрудничать в разных направлениях. Сюда приехали для того, чтобы работать над идеей создания IT-деревни. Испания интересуется, и я читаю, Шерегеш, такой тип курорт,
Может, интересует индустрия гостиницы. Какие отрасли интересуют предпринимателя в Кузбассе? Я думаю, это агропромышленность, конечно, инжиниринг, зеленая энергия. Уже есть бизнесмен, который интересует регионы, и особенно Сибирь. Кузбасс – это хорошая территория для иностранных инвестиций. Приглашаем в гости, а клуб прошел в Шерегеше, это наш мировой курорт мирового уровня, где огромное количество трасс, огромное количество подъемников и тоже есть очень хорошие выгодные условия для инвесторов.